Добрый вечер, уважаемые члены ученого совета, уважаемые гости. Традиционно в конце года, в начале декабря, мы проводим актовый день, посвященный очередной годовщине создания нашего университета. И сегодня это 124-й день рождения нашего университета. Я от всей души поздравляю нас с этим. Это прежде всего выразить обещание Насе. Это Юрий Сергеевич Став, Николай Андреевич Порошенко. Вот три виднейших многолетних лидера научных и клинических и кафедральных, по сути дела, не стал проблемой. Я предлагаю почтить память их и всех, кого не стало за эти годы. Спасибо, прошу садиться. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет – уникальное учреждение с большой историей. Первый Санкт-Петербургский университет является визитной карточкой нашего города. Но особенно от имени правительства города хочу поблагодарить вас всех за то, что действительно вы подставили первое плечо во время начала пандемии. Для нас было это очень важно. Выразить особую благодарность Юрию Сергеевичу Павушину, академику Российской академии научных наук. Мы все прекрасно знаем академика научных наук. Руководитель отдела скорой медицинской помощи научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины первого Санкт-Петербургского медицинского университета за огромный вклад в организацию оказания медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга. И в это время, я хочу сказать, проверяется, честно говоря, как сказать, наша готовность преодолеть трудности. И я хочу сказать, что наш университет проявил такую сплоченность, готовность. Это, с одной стороны, это признак интеллекта, мобильности, гибкости с точки зрения возможности перестроиться, а с другой стороны, человечности и готовности к тяжелым испытаниям, которые нужно пройти вместе со всеми. Поэтому спасибо всем огромное, и давайте поблагодарим тем, кто нас несет. Сегодняшний актовый день войдет в историю тем, что он объединяет сразу два года. И я эту актовую речь хочу посвятить не только своим учителям, но и посвятить нашему курсу, который летом этого года отметил 40 лет. Прихожу к термину медицинское, потому что этот термин, наверное, более правильно отражает суть вообще клинической науки, потому что это именно не только работа с пациентами, это может быть и экспериментальная работа, это может быть лабораторная работа, но направлена на решение медицинских задач. 5 лет назад у нас было всего 4 пациента на весь город. На сегодняшний день 46, и самое главное, что они обеспечены. Имеют лекарственное обеспечение, за что особая благодарность Комитету здравоохранения. Я постарался отразить вот основные направления, основные аспекты и связать их с той историей, с теми традициями, которые нам передали наши учителя. И повторяю, коллектив нашей кафедры очень
за это благодарны. И не случайно мы каждый год стараемся собирать иммунологов со всей страны, чтобы в течение недели с ними делиться и от них услышать все самые последние достижения по медицинским наукам. Благодарю за внимание. Во-первых, вся атмосфера, формат этого учения
Я всю жизнь, уже 50 лет ровно, служу нашей специальности, ровно 50 лет. За 50 лет сделала 50 патентов, 50 международных конгрессов. Учила очень много наград во всех странах, но, вы знаете, я вам клянусь, что сегодняшняя такая заслуга и такое уважение ко мне, оно очень дорого. Оригинальная книга, изданная в Санкт-Петербурге, и о всех наших подвигах. Сергей Федорович, вашу руку, вашу душу, я думаю, если вы прочитаете, вы еще что-то можете сделать. Огромное всем спасибо вам. Сегодняшняя минута будет со мной до конца моей жизни. Я хотел бы сказать большое спасибо своему учителю, Галине Савельеву, Галине Михайловне, с которой я проработал всю жизнь. Я пришел на кафедру аппаратуры, и до сих пор я работаю в руководстве Галине Михайловны. Я еще раз благодарю всех. Я хочу сказать, что я согласен с твоим мгновением, что Санкт-Петербург – удивительный город. Очень с большой культурой и самой мероприятием представляет. Еще раз всем большое спасибо. Хочу вас заверить, что в отличие от реакции иммунитета, который сегодня докладывал академик Токарян, отношение к Первому медицинскому университету и у взрослых инфекционистов, и у детских инфекционистов одинаково хорошее. Вас все любят. Первому медицинскому университету слава, вам здоровья и вас с праздником. Спасибо огромное. Я безмерно рад получить сегодня медаль имени нашего великого терапевта, гепатолога, кардиолога. Я безмерно счастлив работать в таком учреждении, как первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, и счастлив, что меня окружают такие люди, как вы. Спасибо большое. Конечно, вспоминаются встречи и операционные, и это для меня огромная честь.
какие-то клиники, встречи, перемены, все прочее. Ну, те воспоминания, с которыми я живу и буду жить. Спасибо огромное, еще раз спасибо. Дорогой Сергей Федорович, дорогие члены ученого совета, дорогие друзья, дорогие коллеги, конечно, для меня это высочайшая честь получить эту награду моей алмаматор, возлюбимым первым в медицинском университете. Сразу, конечно, открою воспоминания о время учебы в университете, потом я остался в клинической ординатуре, моей любимой родной кафедре факультетской хирургической кафедры. Конечно, я вспоминаю весь коллектив кафедры, соучитель Льва Владимировича Лебедева. Я стал заведующим отделением, защитил кандидатскую диссертацию, я сделал первые операции на сердце, это, конечно, не забываю. Хорошо, сейчас кафедра за этот близкий друг академика Булава Геннадий Ильич, который присутствует в зале. Конечно, очень много воспоминаний. Работа в сельхозотряде вместе с Олегом Анатольевичем Татарином, работа в сельхозотряде и первого медицинского, тогда института, сейчас университета. Поэтому огромное спасибо. Здоровья, счастья, благополучия, процветания всему университету, всем сотрудникам. Спасибо. Не ветло
цепляет профессионализм и жертвенность. Спасибо вам за ваше мастерство, за вашу дружбу, за вот те улыбки, которые сейчас есть в зале, и за это прекрасное настроение. Спасибо. Дорогие друзья, всем я еще раз хочу сказать огромное спасибо за все то, что делается в университете. Скажу, что у нас очередной день рождения прошел, как всегда, хорошо и интеллигентно. И хочу пожелать всем хорошего вечера. Спасибо большое.